Назад в СССР. Музей. Авоськи. Радопи. Сигарета. Игрушка. Ну, погоди. Пионерские галстуки. И это можно купить. Турбо-жвачка. Красная Москва. Тройной одеколон. Здесь у нас Пегас Феникс, стюардесса сигареты, Лира Радопи, Мальборо Космос, Вега, столичные. Вот вам в СССР. Можете начинать отсюда, вот курсы посмотрите. Лестница стоит только за 2 или 3 машины. Зависит, для него можно верить, тогда верить. На полках можно верить, шапки там лежат на столе. Вот этот зал посмотрим, следующий зал. Ну, наверх поднимитесь, там зал по лестнице. Рок-н-ролльный зал, многометар, который подарите здесь. Игрушки. Ваши стоянки приезжают. Советские. Ностальгия. Шапка Пепси-Кола, спорт. Сектор Газа. Так, вот это у нас такое, такого типа была. Сток у нас, это Philips, у нас была Sanyo, что ли, как назвала, Sony, не помню. Обувь. Одежда советских времен. Игрушки, обувь опять. Книги. Леонид Ильич наш дорогой. Ленин, пилотки, значки. Очки. Такие коробочки, по-моему, в деревнях у всех были из открыток. Мишка с бутылочкой. Новая история. Кто учился по такой? Напишите комментарий, кто учился по такой. Дипломат. У меня такой же был. Такой же дипломат был. Корот. Конечно, музыка играет, но что есть, то есть. Снимут монетизацию, значит, снимут. Ее и так нету. Кто умел считать на такой? Кто умел такой считать? Я умел. Диафильмы. Автомат игровой. Помните? Кораблики. Это можно купить, кто хочет одежды. О, комета. Комета. Путин молодой. Караченцев. Брежнев. Карл Готт. Ну, а это наше все. Цой Лезен. Посмотрите, какие пыльные бутылки. Ведь они полные. Портвейн, три семерки. Роял Канин. Это уже 90-е. Улыбка. Сумки, гитары, флаги. Ой. Нет, отсюда надо уходить, то еще буду плакать.
называется? Горн Пионерский. Тут и кино, и Алиса написано. Ударная установка. Так, Магнитола Союз. Соня. Это видаки. Форма школьная. Платья сшитые из галстуков с пионерских. Коврик олимпийский. Это наши актеры здесь сфотографированы. Ну и телевизор. Рекорд. Так, фирменная одежда, распродажа. Куртка сшита из обложек партбилетов. Видео двойки. Хоть это такой вот виноград или колон, помню, всех был. Вот такой утюжок у меня был в детстве. Утюг детский. Ну, это советский калькулятор. Пишущая машинка. Кто помнит? Лыжные ботинки. Как вам бортпроводник? Стюарт. Прикольно? Кому комиссарского тела? Здорово. Прикольно. Самое обаятельное и привлекательное. Я очень нравлюсь мужчинам. Уголок Олимпиада 80. Советский спорт. Все посвящено Олимпиаде. Сумки вот такие. Ну и Алла Борисовна, куда же без нее? Такие часы были моей свекрови. Ключиком. Фотоаппараты. Зенит. Такие телевизоры были. Книжки детские. Вот второй олимпийский мишка стоит. У меня точно такой же. Вот этот рыженький. Часы были какие модные. Магнитофон, ритмы планеты. Опять Олимпиада. Смотрите, сколько было выпущено.
шоколадки были. История средних веков, 7 класс. Робинзон Крузо. География, 7 класс. Черчение. Астрономия, 10. Ой, здесь можно по весь день ходить и смотреть все это, пластинки. Поющие гитары. Синяя птица. Пластинки-то настоящие. Мулерман. Вахтанг Кикабидзе. Так, здесь у нас кто? Толкунова. Скальда, я таки не знаю даже. Стиль эстрада Пугачёва. Арлекино. Посидим, поокаем. Ты снишься мне. Ротару. Пластинка Высоцкого. Вот он сам. И вот он сам. Ну, консервы, конечно. Мягкие игрушки. Слава Советскому Союзу. Это Союз Советских Социалистических Республик даже. Во как. Пиво московское. Каша малыш. Мампасье, он в тех банках было. Кукольная коляска. Вот тоже коляски кукольные. Ну, ударник. Стулья школьные. Личная вещь народного артиста Караченцева. Вот его подпись. Он там с мамой. Вот. Я не ушел. Вот Пиджакова. Подаренный музею. Не показатель после того, как они спели. Но если ты поняла, с каким огнем умерла, как бы, точно не показатель. И сыграем? Ну да. Ну вот такой погоде. Пойдемте, понятно. А споемте. Спойдемте. Так, что это за? Вас вызывает Таймыр.